Всем еще раз здравствуйте. О себе инженер-технолог по образованию, закончил Уральский федеральный университет физтех, популяризируя химию, как бы это странно ни звучало, да. Закончил в 2012 году, потом закончил аспирантуру, не защитился. Ну, я для себя решил, что время, потраченное на популяризацию, будет эффективнее и полезнее для окружающего мира, чем какая-то моя там кандидатская диссертация, которая никому не нужна будет. В итоге почти 1 000 000 подписчиков на Ютубе, где-то 30 тысяч подписчиков ВКонтакте, там где-то 20 тысяч подписчиков в Телеграме. 7 лет назад стал телеведущим на канале «Наука 2.0», сейчас это канал «Наука». И, собственно, до сих пор продолжаю работать там, в том же университете, который я закончил, кафедре редких металлов и наноматериалов. Также занимаюсь научной деятельностью, веду лабораторные работы по физхимии, учу студентов. Добрый день, я представляю сеть информационных центров по атомной энергии. 15 лет работает эта сеть, и в 20 городах от Мурманска до Сочи, от Калининграда до Красноярска, Томска. И если на старте 15 лет назад ИЦАЭ задачи свои ставил обеспечение приемлемости атомных электростанций конкретно, то в дальнейшем буквально очень быстро произошел этот переход, когда мы занялись популяризацией науки в целом. Сейчас у нас и школьные группы, и вечерние лектории с самой широкой тематикой. Всем добрый день. Я представляю один из старейших вузов России, Казанский федеральный университет. Один из самых крупнейших вузов нашей страны. 18 институтов, один факультет, 2 филиала заграничных. Это Узбекистан и в Египте у нас в городе Каире филиал. Ну, соответственно, наукой мы занимаемся уже очень давно. Не одно столетие. Соответственно, популяризировать науку мы тоже сейчас активно, я не буду говорить, что начинаем, эта деятельность всегда велась, но сейчас особенно активные наши действия, потому что мы создаем для этого подразделения отдельные, мы сотрудничаем, активно работаем, в том числе с лекторией Милмакс, это наш любимейший партнер. Вот, соответственно, мы стараемся, так скажем, говорить о науке просто, и наша аудитория целевая здесь не просто горожане, да, и наши жители нашей республики. Мы еще стараемся профориентировать наших студентов на то, чтобы после магистратуры люди уходили в исследования, чтобы они уходили действительно в науку. Поэтому для этого у нас созданы научные кружки. 3900 участников этих кружков. Ну, учитывая, конечно, масштабы вашего вуза. Ну, контингент 49 тысяч, да, студентов, соответственно, да, у нас масштаб серьезный. Вот, то есть есть куда стремиться, есть о чем поговорить и поделиться опытом. Всем привет, я представляю Ижевский лекторий «Просветильник». Вот уже 5 лет мы привозим в Ижевск различных ученых, популяризаторов науки, организовываем лекции со свободным входом. Средства на то, чтобы привести лектора, поселить лектора, мы собираем с помощью краудфандинга. Ну, в общем, идея такова, что приходят пусть все, а платят пусть те, кто может и хочет. И для нас это вот голосование рублем, самое честное голосование. Меня зовут Айрат Хасьянов. Наукой я начал заниматься, защитив диссертацию в области квантовых вычислений в Германии. Вернулся сюда, в Россию, оказалось, что слишком рано. К тому моменту, это был 2005 год, не очень тут было много возможностей для молодых ученых. Работал очень много в разных вузах, преподавал. Рекорд у меня был 5 вузов одновременно. Было очень увлекательно, но трудно, и я решил, что надо что-то придумать, чтобы таким, как я, было где работать. И когда мне предложили, я, собственно, запустил в свое время факультет высшей школы ИТИС, теперь это институт ИТИС в Казанском федеральном университете. Начинали мы с 36 студентов, сейчас там 1400. Знаем такой, да, тоже сотрудничаем. Вот. Потом я пошел запускать в Казани школу 21, она сейчас тоже успешно работает. Вот. И сейчас вот я оказался в IT-парке, и, как это ни удивительно, никогда так плотно не был связан с популяризацией науки. Кто ваша аудитория? Собственно, для кого мы вообще работаем? Это популяризация науки. Это женщины 35-45 лет. Не связано с наукой и даже какой-то
интеллектуальной, возможно, деятельности, то есть скорее это менеджер-бухгалтер, допустим, но с свободным временем для интеллектуального досуга, и к нам приходят именно за интеллектуальным досугом. Эти прекрасные девушки, женщины приводят с собой детей, у кого-то постарше, у кого-то помладше, если это в тему этой лекции, и затем несут узнанное, опять же, туда детям. Кстати, они приводят мужей, которые не часто соглашаются, но бывает. Они приводят подруг, и таким образом, как ядро, от них разрастается. А в итоге востребована популяризация в нашей стране все-таки? Или надо проталкивать эту культуру? Для чего? Для профориентации или... Спасибо. Ну вот ваше мнение. Вот, например, я занимаюсь этим 10 лет. Люди видят, где я работаю, чем я занимаюсь. И у нас достаточно высокий процент людей, которые приходят к нам, уже заинтересованные и знают, чему их будут учить, кем они будут работать, куда пойдут работать. И, соответственно, у нас таких студентов, абитуриентов уже много. Если говорить про нашу аудиторию, она у нас вот просто от младших школьников, потому что у нас есть проекты, которые направлены на младших школьников. Ну, они в перспективу смотрят. Это наши будущие абитуриенты, мы с ними работаем очень качественно, да? И дальше студенчество, среднее такое поколение, и вот люди третьего возраста. И они очень активные, и не только психологические тематики заходят, да, то есть такая прикладная наука, но и действительно серьезная, фундаментальная. Физика, химия, геология. И мы периодически, институты наши устраивают лектории, лекции читают. Это прям вот очень благодатная и благодарная аудитория. Они прекрасные гости на наши мероприятия, на крупные, на серьезные. Профессиональные гости, да? Да, у нас есть проект про наука, который 17 раз уже проходил. Это регулярно наше флагманское мероприятие. Соответственно, мы точно знаем, что приглашает того или иного спикера с определенной темы, мы знаем точно, кто туда придет. Фан-клуб ваш. Мы точно знаем, что мы на них можем рассчитывать в качестве вот гостей. У нас тоже есть определенные лекторы и лекции, на которые ходят вот бабушки, просто подавляющее большинство аудитории. Это лекции по медицине. На самом деле довольно радостно, что они приходят к нам за доказательной медициной. Они приходят к нам и слушают доказательных врачей, которые рассказывают им, что им делать, чтобы жить дольше. Ну, я тоже про бабушек скажу. Дело в том, что есть гипотеза, что вообще именно бабушки, благодаря бабушкам мы получили человеческую цивилизацию. Ну, потому что люди стали жить дольше, и было время воспитывать новое поколение, передавать накопившиеся знания. Поэтому то, что как бы популяризация науки затрагивает бабушек, это значит, что оно затрагивает и внуков. А в целом, без популяризации науки очень трудно людям объяснять, зачем вообще все эти люди в университетах получают большие зарплаты. Их надо разогнать, потому что они пользу не приносят, не выращивают. Абсолютно. Да, и даже автомобили собирать не умеют. Вот. И если мы не будем заниматься популяризацией науки, такие вопросы будут возникать. Не очевидно, зачем мы кормим математиков, потому что они занимаются какой-то фигней. Вот. Тем более я выступаю... Удовлетворяет свое любопытство, да? За государственный счет, да. Такую профессию, которая сейчас не требует популяризации, это IT, да, информационные технологии. Но как сделать так, чтобы эти технологии развивались, если никто не захочет заниматься математикой? Зачем ребенку идти там на мехмат, матмех или там физмат, в зависимости от университета, если он может пойти там фронтендером и получать 450 тысяч в месяц? А вот мы должны говорить, что если пойдешь в университет, я знаю конкретного там профессора, он занимается там очень такой глубокой наукой, он получает 500 тысяч в месяц. На самом деле это не очевидно, что ты пойдешь в науку, он моложе меня, и ты будешь получать 500 тысяч в месяц, ты будешь хорошо жить, ты при этом будешь счастлив, у тебя будет свободный график. А если у нас не будет своей науки, у нас не будет своих смыслов, у нас не будет своей страны. Как, на ваш взгляд, должен выглядеть научпоп современный? И мне бы хотелось здесь разграничить не любой просветительский формат, а относительно академические форматы, все-таки лекции, дискуссии, ну, может быть, вы какие-то свои предложите. То есть, и вообще, кстати, как вы относитесь к этому слову научпоп, потому что многие его не любят? Мы представляем себе воронку, что все эти квизы, они, несомненно, тоже нужны для того, чтобы к нам приходило больше людей и знакомилось с нами. 100% мы не против квизов. Да, да, да. И дальше уже все уже и уже это горлышко, и уже непосредственно на эту лекцию про квантовые компьютеры придет та самая небольшая часть, которой действительно очень уже к этому готова. Мы в ЭЦАИ славимся огромным количеством форматов, и здесь действительно надо исходить из задачи, потому что мы понимаем, что все равно просветительство — это досуг, поэтому мы должны
эти знания, эту информацию упаковать в какую-то интересную обложку, упаковку. Для нас, для нас это формат, когда мы либо разбираем на атомы одно понятие с трех точек зрения, нужно нам рассказать про то, что появились реакторы на быстрых нейтронах, запущен такой реактор. Ну, кто пойдет на такую тему? Совсем, особенно в Кирове, например, где с атомными электростанциями ничего не связано. Очень небольшой круг людей. А если мы разберем на атомы скорость и поговорим, заявим в одной из первых анонсов, что будет про болиды Формулы-1, например, а дальше уже где-то там чуть пониже, что и в том числе про реакторы на быстрых нейтронах, а и при этом будет на входе какие-нибудь мастер-классы, допустим, то, опять же, мы увлечем тем самым больше людей. И на быстрые нейтроны они с удовольствием останутся. И у нас есть суды над супергероями, где, по сути, разговор про физику. Например, когда Бэтмен адвокат-физик и прокурор-физик, может он так... Мог он так... А вот можно поподробнее? Это как раз-таки вот к форматам современный научпопыт. По сути, это тоже какая-то ваша такая авторская концепция. Здесь я должна сказать, что автор формата «Суд над супергероями» Алексей Паевский. «Суд над супергероями» — это чаще всего физика, где возможности, способности того же... Вот Бэтмен, например, я участвовала в разработке этого события. Мог он так летать с точки зрения науки или нет? И тут тебе про все формулы налицо. Значит, у нас форматов очень много, и мы их все стараемся вот постоянно что-то дополнять, что-то придумывать. Ну, к примеру, лекции, да, вот у нас периодически ученые выступают на Милмаксе, да? Да, это в фестивале принимают регулярно. Участие, в дискуссионном клубе, окей. Дальше у нас есть проект совместный в Кремле, научные среды. Дальше у нас, безусловно, я не могу сказать, так как на меня смотрят эти два глаза камерные, у нас есть собственный круглосуточный телеканал. А, конечно, Универ ТВ. Знаем, мы смотрим это, даже, да, это телеканал, который, в принципе, вот, с утра до следующего утра занимается популяризацией науки. У нас есть авторские программы, к примеру, дни у нас делятся тематически по направлениям: день физики, день химии, день IT. И, соответственно, вот, допустим, программу про IT у нас ведет искусственный интеллект, сидит там замечательно. Да, я даже не знала, кстати. Формула личности. Я хочу посмотреть. На самом деле программа очень классная, мы получаем очень много обратной связи, такой глубокой, качественной. Это все про то, что важный и серьезный профессор или доцент рассказывает о серьезных понятиях достаточно простым языком, и все это вот... интруирует прекрасная женщина с таким вот скрипучим немного голосом. Как модератор? Нейросетки. Да-да-да. Нет-нет-нет, не наш. Вот, с нашим все нормально. Вот, то есть такие программы, и это все вот в круглосуточном таком режиме. А потом мы совсем недавно, буквально несколько дней назад, запустили формат новый, называется «Научный стендап». Когда ярко презентовать свое научное достижение, разработку, выходит наш ученый и, так скажем, с юмором, с какими-то такими интересными, в интересном формате, он старается за 7-8 минут об этом... На Science Slam, да, очень похоже? Science Slam есть аналогия, мы постарались очень много туда привнести, вот, так же, как и визуал полностью поменяли, и все-таки добавили туда... большую часть юмора такого. Вот полноценный стендап. Даже больше в ту сторону мы немножечко так вот аналогию выстраивали. Но это тоже формат, который мы сейчас вот красиво обработаем и пустим в сеть. И мы надеемся, что этот научпоп как раз из категории реально развлекалово, он зайдет. Но мы, к примеру, разбирали состав нефти и вообще смысл и систему ее добычи, как говорят профессионалы, специалисты, говорит, надо добыча. Вот. Никогда бы не подумала, кстати. Да-да-да. И как раз про этот процесс говорил Ирик Мухамадинов, это у нас лауреат премии президента, да, Российской Федерации. Вот. Соответственно, уровень экспертов высокие, и они с удовольствием идут на такие интересные и нестандартные эксперименты. Илин, да, вот мне прям этот момент очень интересен, потому что зачем научпоп аудитории, для нас вопрос более-менее понятный, и здесь у нас нет проблем, а зачем научпоп именно профессуре, вот здесь у нас есть вопрос. Здесь сложности в этом плане. Как у вас в университете это решается? И вот к этому же стендапу, это же не просто лекцию прочитать, это же нужно
готовиться. Отдельно подготовиться и причем прокачать себя еще для этого. Да, одно дело аспиранты, а другое дело уже, вы говорите, заинтересованные профессоры. Ну, честно говоря, у нас немножко, знаете, ситуация-то иная. Мы не площадка, куда приходят сторонние спикеры. Мы наших замечательных экспертов любим, холим, лелеем, мы их взращиваем. Система внутренней мотивации какая-то, да? Обязательно. И при том я хочу отметить, что она нематериальная. Нематериальная мотивация. Где-то мы ставим крючочки на развитие личного бренда. Ну да, кому-то очень важно. Пиар, продвижение. У кого-то другие стимулы. То есть мы всегда, честно говоря, индивидуально подходим. У нас вот прямого такого вот хода к эксперту нет. Но то, что эти люди безумно загружены грантами, госзаданиями, лекциями в огромном количестве, идут и с удовольствием это делают, я не скажу, что повально. У нас тоже нет, как правильно тут статистика была озвучена, что у нас в районе 4000 ППС, это профессорско-преподавательского состава. Я могу сказать, что нам вот нашу орбиту сейчас попало, наверное, около 1000. До 3000, да, мы много. Еще не добрались. Это много, но нам хотелось бы, чтобы все в нашу орбиту попали, с удовольствием принимали участие. Соответственно, у нас еще впереди вот серьезная работа. Но здесь индивидуальный подход. Сейчас уже у нас есть входящий поток. У нас к нам звонят наши ученые, эксперты, директора институтов и говорят, что у вас там новенького мы хотим, потому что в первую очередь понимают, что их выступление, их активная просветительская деятельность – это профориентация и это работа на что? На приемную кампанию. У нас есть еще формат, который очень нам нравится. Это когда лекция без лекции, просто вопросы после лекции без лекции. То есть как бы что-то типа такого офлайн. Свободный разговор, да. Да, и на самом деле зрители часто приносят свои очень интересные вопросы, очень интересные идеи, и это получается не всегда то, что мы планировали, но всегда очень интересно. Ну, вообще, к слову, я отношусь нейтрально, как бы, если там поп-часть, в слове научпоп самое плохое, что в этом есть, как бы, я считаю, что мы достигли всего успеха. В целом, научпоп борется за внимание с информационным мусором. Очень важно, чтобы он в этот информационный мусор не превращался. И вот эта, кстати, форма активного диалога мне тоже очень нравится. Если удастся вообще в результате всех этих усилий общество к активному диалогу приводить, люди начнут учиться дальше самостоятельно. И миссия научпопа, как вот это вот пинка, парашютисту, делающему первый шаг в пропасть, сработает, и дальше человек начнет развиваться, если он в какой-то момент встал на паузу. У Лукьяненко есть роман, по-моему, «Спектр» называется, и там есть такие замечательные расы, я забыл, как они называются, птицы, которые разумные были только в детском возрасте. Когда они взрослели, они становились неразумными. При этом там визитеров, посетивших эту планету, возникал когнитивный диссонанс, вот эта вот развитая цивилизация и совершенно неразумные существа, которые там водят трамваи, какую-то другую деятельность ведут. Вот, и мы превращаемся в этих птиц. А это плохо. Мы пропускаем в этом случае очень большую часть жизни. Часто к научпопу звучит такая претензия, что, в общем-то, даже компетентные лекторы вынуждены упрощать, немножко там привирать, и что научпоп тоже, наоборот, может, заигрывая, развлекая публику, немного искажать информацию и так далее. Я что могу сказать? Во-первых, в нашей культуре свойственна метафоричность. С этим ничего не поделаешь. Это часть нашего культурного кода. И, в принципе, мы так общаемся. Что поделаешь? Во-вторых, когда вы ведете занятия, там, лекцию читаете, вы понимаете, что вот сейчас, вот там, вы даете 1:20, чтобы эту тему изложить, вот этой аудитории вы вот это все сейчас объяснить не сможете. Очень часто это не нужно. Да. Лектор иногда говорит, особенно в математических сложных доказательствах, что как бы следующий шаг он очевиден и пропускает там 30-40 страниц доказательства таким образом. Это такой там манипуляционный трюк, в нем нет ничего хорошего. Но до тех пор, пока мы не превращаем все это в информационный шлак, и все-таки истина остается критерием того, что мы рассказываем, метафоры допустимы, но куда деваться? Я хочу добавить, что данная претензия неадекватна, потому что если с точки зрения вузовского образования смотреть на школьное образование – это сплошной научпоп. Вот у нас есть научный мейнстрим. Это самая приближенная к объективной реальности картина мира, которая у нас может быть. И популяризация науки призвана популяризировать как раз приближенную к объективной реальности, максимально приближенную картину мира. А она нам нужна для того, чтобы мы принимали в своей жизни какие-то более-менее правильные решения, основываясь на правде, на действительности, на том, что есть. Согласна. И информации это человечеству известно очень много.
а каждому конкретному человеку очень мало. И каждый конкретный человек не может как бы вместить в себя весь объем этой информации максимально научно, максимально вот прямо. Давайте на примере рассмотрим. Вы приходите покупать велосипед в магазин. Вам нужно разбираться, из какого материала он сделан. Вы приходите и говорите: мне нужен велосипед, который будет легкий, я его по лестнике легко подниму, поставлю, еще какой-нибудь карабинчик из какого-нибудь материала, который можно будет прикрепить, и чтобы вор его не украл, не перекусил. Вам нужно разбираться в материалах? Не нужно. Специалист, который продает, может быть, даже чуть-чуть знает, но ему тоже не нужно. Он вам скажет, что вот этот из карбона, вот этот там из какого-нибудь легкого сплава, вот этот подешевле, вот этот подороже. Вот этот вашим условиям, ну, там, требованиям подходит, а этот, ну, не совсем. А вот этот будет тяжелый кама. И вы устанете его таскать. Вы там бицепсы накачаете себе, пока будете на нем ездить. Я тоже слышала уже неоднократно, что эта проблема поднимается, что может быть лучше никак, чем приближенно. Но, видите, вы здесь сегодня собрали всех тех, кто считает, что лучше приближенно. Мы все-таки занимаемся этим, да, поэтому ответ, в общем-то, известен. Как привлечь массового зрителя? Вообще, стоит ли такая проблема у вас? Как вы ее решаете? Если у вас такая проблема не стоит, просто поделитесь своим опытом. Мы составляем программы вечерние, и, например, в этой программе внутри может быть лекция прекрасного молодого ученого, а на старте какой-нибудь мастер-класс, на старте какой-нибудь квиз, или и в завершении точно так же. И вот этот бутерброд, собственно, люди... С развлечением, да, определенным? Частично. Это получается определенный бутерброд, но общая атмосфера вечера не дает людям желания посетить что-то одно и убежать. Люди остаются на полную часть, уже. Да, и они связаны тематически. Например, если мы... То есть тема и предыдущие мастер-классы и квизы тоже относятся к этому же. Мы приглашаем на вот такую комплексную программу. И тем самым дальше этот молодой ученый становится аудиторией любим, и дальше уже на него приходят отдельно. Мы совершенно без иллюзий живем, и, соответственно, у нас все сегментируется. Допустим, мы понимаем, что когда мы проводим лекцию нашего эксперта, безумно талантливого, харизматичного, мы можем ожидать там 100-200 человек, если это в рамках университета особенно проходит, также если на сторонних площадках. Понимая, что когда мы проводим про науку, а последняя про науку у нас прошла при поддержке знания, мы вот пошли таким ходом, и Российское общество знания нас поддержало, от них у нас были топовые спикеры. Про наука наша собрала свыше 6000 человек на 4 часа. У нас была там прям переявка. Но у нас там был хедлайнер, немножко, так скажем, человек, который не имеет отношения к фундаментальной науке. У нас там был гоблин Дмитрий Пучков, он говорил про фальсификацию истории. И под этим соусом мне очень понравилось выражение «бутерброд». У нас бутерброд классический, это вот прям стандарт, которым мы, значит, нами движет. Соответственно, гоблин выступил, огромное количество аудитории пришло. Дальше они остались у нас на интерактивной части, где институты показывали реальные свои достижения, разработки. И были лекции уже наших экспертов. То есть и вся эта аудитория пошла по блокам. И еще один пример, так скажем, он уже не про выступление, уже не про спикерство научное. Мы думали, как же нам продвинуть те результаты научной деятельности, которые здесь сейчас происходят в университете, особенно в рамках программы, есть программа такая «Академическое лидерство «Приоритет-2030». Там делаются уникальные вещи, которые здесь сейчас важны для каждого человека. Здоровье, сбережения, не знаю, огромное количество других реально социально полезных вещей. И мы подумали делать фотовыставки. Мы делаем какую-то нестандартную такую классную фоточку, допустим, что такое горючий лед. Это для геологов разработка, для того, чтобы, значит, нефтедобыча была активна в Арктике, развивалась, это все вот оттуда. Это вот такая классная была фотография яркая, и мы устроили выставку в Казанском Кремле. По счетчикам Кремля 560 тысяч человек прошло непосредственно через выставку. Но выставку мы сопровождали не только фото и описанием, вот как мы его смогли упростить, мы это сделали, но чтобы не примитивизировать, да, мы снабдили QR-кодом, через который, переходя, люди попадали на видео о спикере. Как в музеях, очень лично, да. И вот спикер начинал говорить благодарность о том, что спасибо, что вы с нами и интересуетесь нашей разработкой. А дальше он за 5 минут рассказывал очень просто о этой разработке. Очень зашло. Совершенно разное количество людей. Бывает и человек 500, и полный большой зал.
бывает и человек 10. Что мы с этим делаем? Ну, со временем, наверное, мы уже стали тем лекторием, на лекции которого вот ходит какая-то постоянная аудитория, которая понимает, что, ну, вот если эти ребята делают, ну, наверное, это что-то нормальное, можно сходить. Раскачали имя, по сути, свое уже. Да. Раскачали мы его вот за счет привоза крупных топовых спикеров и, пожалуй, за счет того же краудфандинга. Ну, для того, чтобы люди ходили на такие мероприятия, просветительски необходима мотивация, как источник любого действия, как ее формировать. Формировать можно по-разному. Например, если мы сможем сделать саморазвитие социальной нормой, или мы будем красиво упаковывать такие мероприятия, проводить их на таких площадках, как IT-парк. Ученый, который занимается там доказательством, или там, например, доказательством гипотезы Пуанкаре, он может делать и в келье. Приводить людей в келью не значит привить любовь к математике. Я не любитель читать лекции, потому что каждый раз, ну, я не преподаватель, поэтому в том числе. Ну да, я не люблю из года в год одно и то же, как бы читать, ездить по городам. Зачем? Если можно один раз подготовить хороший материал, выверить все слова, записать, выложить в интернет, и оно пусть живет годами. Ну, это тоже подходит, по сути. Вот, соответственно, в интернете чуть другие правила. Расскажите. Когда люди приходят смотреть, там даже в статистике Ютуба, если зайти посмотреть, то там показывается, что вот первые 30 секунд у тебя есть на то, чтобы человек смотрел дальше. И там как бы вот график просмотра 100%, а потом первые 30 секунд резко вниз идет. И вот на какой точке остановится, если до 50% остановилось, твой ролик будет смотреть до конца. Ну, там плюс-минус 10%. То есть досматривает до конца там процентов 30-40. Как сделать так, чтобы человек смотрел дальше? И чтобы он приходил в следующий раз сюда же. Да, да. Дать ему эмоцию. Вспомним даже вот образовательный процесс в школе, в вузе. Есть лекции скучные, где мы спим, есть лекции, где вот мы сидим, вроде бы ничего интересного, какие-то формулы непонятные на доске рисуются, либо вообще ничего не происходит, но нас преподаватель, учитель заинтересовывает. Ну вот да, об этом речь, что научные лекции это тоже актуально. Он дает эмоцию. Да, да. Можно вообще на самом деле популяризации, знаете, как сделать? Задать какие-нибудь вопросы человеку и все, и уйти. И человек такой, да, бегает, блин, и вымаливает у меня ответы. И все, да. И уже спать не будет. Он будет просто всю ночь лежать и гуглить вот это, а это почему? Почему, там, не знаю, на Северном полюсе... А, хороший вопрос. А вы знали, что на Северный полюс завозили пингвинов? Я? Не знали, нет. А их завозили. А что с ними стало, вы узнаете в интернете. Вот, допустим, есть социальная сеть TikTok. Классная социальная сеть, к сожалению, у нас сейчас не работает в стране, но в то время, когда она существовала и работала, оттуда появилось очень много классных авторов. Да, там, если у людей, допустим, к этой социальной сети много вопросиков, но вопросики к этим людям, если им попадается определенный контент, который им не нравится, значит, они его и дольше смотрят, потому что там вообще классные алгоритмы, и если вы смотрите технический какой-то контент, вам потом таких авторов классных предложат. И оттуда выросло очень много интересных тех же популяризаторов науки, которые делают классный контент. А YouTube тот же самый. Если вы делаете интересный ролик, который долго смотрят, он начинает сам YouTube рекомендовать людям, да, которым это будет интересно. То есть за вас рекламируют ваш контент. Мы переходим все-таки к следующему вопросу. Самому острому, где самому сладенькому. Лебовски? Да, где деньги Лебовски? Может ли и должен ли быть научпоп бесплатным? Или он должен быть платным? Я думаю, что он, опять же, может быть любым, насколько возможен для вас лично. Платный научпоп в регионах, ну, сомнительно, мне кажется. Не потому, что это людям не надо, и они не готовы за это платить. А скорее потому, что за это готовы платить те, кто этих людей знает, кто этим интересуется, и получается такая поляризация среди своих, а новую аудиторию на платное мероприятие, мне кажется, не приведешь. Бесплатными мероприятиями максимально широко можно популяризировать научное знание, критическое мышление среди тех, кто на платное мероприятие бы, скорее всего, не пришел. Есть несколько вариантов монетизации. Первый – платят социальные сети. Аудитория платит временем, проводимым у вас на ваших ресурсах. За это время социальная сеть показывает сколько-то рекламы и платит вам деньги монетизации. Это один вариант. Да. Если вы аудитория, условно говоря, у вас нет денег, вы можете поддержать лайками, репостами, вот этим всем. Не зря же это будут говорить.
просмотрами. Да. Соответственно, социальная сеть вам компенсирует. Есть вариант, когда за контент платит аудитория, донатеры, да, то есть кто мешает людям платить, просто вот скидывать донаты. Школьник, скорее всего, деньги потратит на того, чтобы в какой-нибудь Майнкрафт задонатить. Но в научпоп ребенок донатить не будет. Вот. Соответственно, у меня из донатеров в основном это люди, которые к химии почти не имеют никакого отношения. Казалось бы, да? То есть люди, которые не имеют к этому отношения, помогают делать контент для людей, которым химия нужна. Парадокс, да? Есть третий вариант, когда, допустим, за контент платят какое-то производство. Но в итоге такая позиция, что все-таки в любом случае кто-то платит, вопрос только кто и каким образом. Да. Потому что вот здесь, в принципе, ребята отказались, и вы же за свой счет много что делаете. Нет, за свой счет мы не делаем. То есть в основном личных средств мы туда не вкладываем. В основном, но то есть, все-таки и такое было. По-моему, было пару историй, но там не очень большие суммы, типа пару-тройку тысяч, наверное. Там уже до этого, на самом деле, никто особенно-то и не ездил. И аудитория была уже... Готова, да? Да. То есть хотела, ждала. То есть вы, по сути, потребность уже была. То есть да, вы закрывали потребность. Да, потребность была уже, да. И собрали вот именно за счет этого. А потом уже... Просто как снежный ком, это все. Александр. Я бы просто добавил, что сейчас стоит, наверное, скорее всего, задача объяснить аудитории, что в любом случае даже потраченное время, оно стоит денег. То есть в любом случае кто-то платит либо деньгами, либо временем. Либо временем аудитории, либо временем организаторов. А организаторы тоже хотят кушать. Любой, время иной раз дороже стоит. А любой труд, вот надо донести мысль, любой труд должен быть оплачен. Ну, я на самом деле немножко чувство неловкости испытываю здесь, потому что все-таки мы федеральные университеты. Ну, у вас другая ситуация, конечно, да. Да, и, безусловно, все, что мы делаем бесплатно. Но, так скажем, когда наши ученые принимают участие в лекториях, я, как уже маркетолог, на это смотрю и считаю, что, во-первых, бесплатно это быть не должно, и я считаю, что это не должно стоить дешево. То есть мы сами назначаем определенную ценность. Когда вход стоит 100 рублей, у человека автоматически, психологически выстраивается система ценностей этого мероприятия. Ценность 100 рублей. Если мы ее даже самим, нам немножко неловко, и мы чувствуем себя психологически некомфортно, но мы начинаем поднимать, мы, возможно, не только расширяем наши финансовые возможности, что-то улучшить, но мы, безусловно, более качественную аудиторию начинаем привлекать, которая, заплатив, действительно, уже будут якори, так скажем. Увеличивая вообще ценность того, что мы делаем, соответственно, да. Это у нас примерно как с УЗа такая же ситуация, да, то есть у нас учредитель ИБРА-ИРАН и жертвователи предприятия атомной отрасли, поэтому у нас априори все бесплатно. Ну, там личная позиция здесь скорее тоже совпадает с позицией Елены, что если бы я это делала частно, то для повышения ценности я тоже считаю, что вход должен быть платным, и таким образом вот это модно-молодежное, о котором мы с вами начали говорить в начале, это достигается в том числе и платным входом. У нас другая исходная ситуация, мы однозначно на старте бесплатные, и мы в этой ситуации находим свои плюсы. Доступ к знаниям вообще для всех людей он должен быть одинаков. Если люди у нас финансово имеют различные возможности, то платный доступ одинаковым, очевидно, не будет. Мне очень нравится позиция, опять-таки, Алексея, что если у людей есть лишние деньги, почему бы им и не оплатить вот столько, сколько они могут, сколько им не сложно для того, чтобы это было. В том числе было доступно тем, у кого этих денег нет. Вообще самоокупаемость в офлайн все-таки форматах, она реально на базе научпопа? Верите ли вы это вообще? Может ли это быть такой проект, можно ли на этом зарабатывает сам но себе? Очень сомнительно, что на этом заработать можно. Хотя да, я согласна с мнением, что любой труд должен быть оплачен, и вот это вот все где-то в светлом будущем. Это утопия для вас, да? Пока вот хорошо, что... Получается купить орграсходы, не уйти в минус и сделать что-то хорошее, доброе, вечное. А насколько нас хватит, не знаю, пока можем. Здесь как раз интереснее опыт Милмакса послушать, потому что у вас уже был платный вход, да, и я так понимаю, опыт. Пока вот работаем над этим. То есть, конечно, у нас есть такие планы. Мне кажется, это классная идеальная модель.
платный вход, так скажем, себе на самое некое удовлетворение, да, и грантовая система, максимально подаваться на все гранты, выигрывать, благодаря этому привозить шикарных спикеров. То есть, ну, работать в ноль — это очень сложно. Ну, это ведь, ну, жизнь уходит, и надо как-то чувствовать свою экономическую, так скажем, свой экономический интерес, да, финансовый, и то, что он реализуется грамотно. Вот. Гранты, с одной стороны, прекрасно, и мы бесконечно признательны, в общем-то, нашей грантовой системе, но если мы говорим все-таки ну вот про не только даже самоокупаемость, а чтобы все-таки была какая-то дача, гранты, они не позволяют оплаты, не включать в себя оплату организаторам. Да-да-да, я говорю, а на оплату организаторов, собственно, билеты. А, ну вот если только так, да. Но опять же, грантовая история — это тоже, вот сегодня сработало, завтра нет, там есть определенные, в общем-то, ограничения. И еще работать на грант — это огромный труд. То есть составить проект, пойти там защитить, отчитаться. То есть помимо того, что ты сделал сам проект, просто вот это сопроводительная вещь, и это каждый раз такая рыбалка-охота, то ли выстрелит, то ли нет, а время, силы потрачены. Поэтому это, конечно, мне кажется, больше стартовая площадка для каких-то проектов. Мне кажется, по поводу грантов надо просто давать эту обратную связь, потому что они действительно превратились в какую-то там вещь в себе. Вот. Ну, ты бесплатно работаешь, ты, конечно, хорошие нет, вещи я говоришь. Про то, что грант — это хорошо, но вот все, что связано с обеспечением, значит, их нормальной отчетности, зачастую приводит к тому, что люди предпочитают с ними не связываться. Ну, это, да, это проблема, это на есть, самом деле. Да, вот. Да. Ну и как бы вот с платной историей можно скатиться легко к инфоцыганству, ну, потому что как бы там можно, ну, вот, только маркетинг, да, когда у вас минимальные затраты, максимальная доходность. Вот, много примеров, не буду называть фамилии. Или там вот, ну, идеальная ситуация для преподавателя матанализа сопромата, да, платный вход, еще более дорогой выход. Надо запомнить, кстати, да. Если мы делаем и хотим развиваться, значит, нужны деньги. Когда ты стоишь на месте, ты не стоишь на месте. Это еще мне учитель математики в школе говорил, ты двигаешься назад. Откатываешься. Потому что, чтобы двигаться, хотя бы оставаться на месте, нужно двигаться вперед. Да, да. Потому что мир меняется, мир движется. Да. Соответственно, деньги не нужны на развитие. Деньги – это ресурс, надо четко понимать. И все-таки это уже становится история про бизнес. Если ты занимаешься бизнесом, нужно на этом зарабатывать. И вот если говорить про нынешнее время, допустим, один из вариантов, как это могло бы развиваться в нашем идеальном мире, можно привести пример Netflix. Что это за компания была давным-давно? Это были ребята, которые просто сдавали видеокассеты VHS в прокат. Они в какой-то момент развились, заработали ресурс, и дальше они такие, ну, кассета это там рёт, они понимали, что эпоха уйдет в никуда, ну, и они стали платформой. Да. Они вложили свои деньги в маленькие студии, которые начали снимать кино. Что мешает сейчас Кинопоиску вложиться в лектории и так далее? И представьте себе, хорошая идея, свежая, Петербургская. Обыватель лежит такой, так, с Петровым посмотрел, с Петровым, Петров, так, есть что-нибудь другое не с Петровым? Бурунов, так, тоже Бурунов надоел, о! Научпоп, посмотрю-ка я, как там живут тюлени в море. Первый месяц рубль, потом 599. Нет, а по той же самой подписке, а что мешает? Ну, на Кинопоиск подписаны же, по-моему, сейчас у всех есть подписка на Кинопоиск. Правильно? Ну, у нас есть такая площадка, есть другие площадки, есть ВК-видео. Что мешает этим большим гигантам, которые сейчас, откровенно говоря, пытаются купить себе контент, наполнить себя отечественным контентом. Ну вот, пожалуйста, да. Вот, пожалуйста, приходите, предлагайте там, условно говоря, маленьким площадкам, которые для вас снимут и смонтируют контент, маленькие суммы, приходите к большим, и они вам это. Но когда есть люди, которые прекрасно могут сделать классный контент, надо просто прийти к ним, предложить, взять массом, естественно, условно говоря, из 10, там, если 3 стрельнет, это уже будет хорошее вложение того же Кинопоиска, ВК-видео и так далее. Из опыта скажу, мне писал тот же Кинопоиск и говорил, давайте мы просто ваши видео будем к себе заливать. Бесплатно. Бесплатно. Да? Надо уметь делиться. Если вы хотите делать классный контент, если вы хотите развиваться, нужно уметь делиться. Я свой контент снимаю, вот 10 лет развиваюсь, я работаю на телевизоре, я же как бы мастерство свое прокачиваю. Я раньше снимал без света, теперь я без света снимать не могу. Раньше снимал без петлички, теперь я уже не могу. То самое развитие, да. Первая петличка моя стоила 5000 рублей, сейчас у меня петличка есть, стоит 50 тысяч рублей. И производство контента, оно растет. У меня сейчас оборудование суммарно стоит 1,5 миллиона рублей. Конечно, когда есть условия и работается по-другому, на самом деле. И как бы, уже... а когда ты развиваешься, тебе не хочется уже хуже делать, конечно. И ты не можешь делать хуже. Да. Соответственно, контент начинает стоить дороже. Качественно, дешево не бывает.
Какие у вас стоят ближайшие цели в вашей деятельности, в вашем научпопе? К чему идете? Мы сейчас задумали клуб популяризаторов науки у себя в городе и хотим прокачивать местных спикеров, потому что все в нашем городе просят Водоозова, просят Дробышевского. Знаем, знаем такое, да. Да, да. И мы уже и организовывали эти приезды, но популяризация местных, показать, чем занимаются местные лаборатории, сделать из местных хороших ученых и таких же хороших спикеров, это вот наша цель на ближайшее, ну, не знаю, как получится по времени, ощущение, что, может быть, и больше, чем год это все займет. Но сейчас мы уже начали с такого клуба популяризаторов, с походов по лабораториям, и будем продолжать гастролями такими, в том числе по городам сети ИЦАЯ. Есть такая возможность. Своих будем продвигать в другие города и принимать. Здорово, других. Здорово, поддерживаем. По сути, вот где-то в одну сторону смотрим, вот наш проект «Наука молодых», это вот очень согласуется, да, очень поддерживаем. Здорово. Александр. Съемки заводов, на колледже «Наука», сплав, горы, съемки на заводе, съемки на заводе. На сплав тоже едем скоро. Да, не умереть. Урал, кстати, во всем этом, да, еще выжить, так сказать, в этих съемках. Съездить в Воронеж и Киров в ИЦАЯ, потому что я уже должен им как года полтора. И не стать гастролером, как Водовозов, там, Дробышевский и так далее. Я просто говорю, нет, я с лекциями столько ездить не смогу. Читать одно и то же в разных местах. А зачем вы можете из дома вещать, у вас там и свет, как вы сказали, и петличка дорогая. Это лень. Елена? На самом деле, я в глубине души своей постоянно улыбалась на каждом вашем слове, потому что мы тоже в университете сейчас создаем клуб популяризаторов науки, своих собственных экспертов. Мы хотим их собирать, давать им мастер-классы по тому, как держаться на публике, вообще заниматься промоутировать наших собственных, родных, замечательных ученых. И есть такое же ощущение, что мы иногда, может быть, ошибочно делаем ставку на заезжих звезд. У нас был крен вот такой. Сейчас мы решили от него постепенно, не могу сказать, что окончательно, но постепенно отходить. Будем помогать еще более активно нашим развиваться и становиться такими же звездами, да, востребованными научпопа. И второе направление, которое сейчас... А потом еще, кстати, премию мы планируем, то есть чтобы у людей, кстати, был, да, такой... Но премия не денежная, а вот церемония. Нет, я поняла, это первое, что пришло. Да. Видимо, я привыкла бесплатно работать. Мне эта грамота бумажкой пришла в голову сразу. Да-да-да, и премию мы будем вручать раз в год, будет вручать наш ректор Ленар Ильич Сафин, нашим самым отличившимся экспертам, активным, потому что есть люди, которые и на телек я, и значит, в СМИ какой-то комментарий, и вот выступить с лекцией. То есть таких активных надо поощрять. И последняя такая активность у нас, которую мы сейчас вот над ней серьезно так работаем. У нас, собственно, номинация как раз в конкурсе «Снимай науку» телеканал «Наука», «Загадки недр». То есть мы, у нас номинация в видеоконкурсе и фотоконкурсе. Соответственно, мы вот таким образом людей, которым интересен мир науки, особенно будущих наших абитуриентов, будем вытаскивать, знакомить с собой, приглашать в Казань. Приз у нас — научные выходные в Казани. Что нас ожидает в Ижевске? Вообще первое, что мне пришло в голову, когда вы задали вопрос — выжить. Но не будем о грустном. Расскажу, пожалуй, про детский сон. Дай пятюню, говорят, да. Расскажу про новый формат, который мы совместно с одним из наших ижевских экспертов вводим. Это дискуссионный клуб, где мы обсуждаем всякие условно спорные темы. Вот была первая встреча про химтрейлы, и на эту встречу действительно пришел человек, который в химтрейлы верит, и получилась такая вот дискуссия. Вот следующая будет про окна Эвертона. Чтобы была позиция за, была позиция против, чтобы приходили вообще все, и вот это вот обсуждали. Все. Поняла. Ну, то есть изначально лекция... Чем они это в подъездах будут делать, да? Вот что пускай делают здесь. Ну да, мы просто проконтролируем, чтобы никто друг другу морду не набил. Ага. Тоже думаем о том, чтобы популяризировать и местных спикеров, потому что есть совершенно классные ребята. Я думаю, что неплохо было бы сделать фестиваль, где есть какой-то хедлайнер, и перед ним выступают вот... Нет, на разогреве, да? Наоборот, вам же рассказали. Сначала гоблин у кого-то на разогреве, а потом уже...
Да. Надо подумать о том, как это сделать. Мы сейчас планируем выходить с нашими проектами в регион Татарстана, чтобы люди, независимо от того, где они находятся, были в максимально плотной коммуникационной среде. Спасибо большое. Ну давайте поаплодируем нашим гостям.